Акция проходит в Хабаровском крае в пятый раз и уже стала доброй традицией. Ее цель – привлечь внимание общества к проблемам детей-инвалидов и оказать им посильную помощь дополнительно государственной. Детям-инвалидам нужны не только средства реабилитации и передвижения, но и то, что позволит им лучше адаптироваться к обычной жизни – велосипеды, планшеты, ноутбуки, развивающие игры. Мы приняли участие по предложению Амурского муниципального района администрации в акции «Твори добро». Вот, с удовольствием. Вручаем сегодня мы велотренажер «Шерстюк» Даниилу для развития функции опорно-двигательного аппарата, для развития поддержания. Дай Бог, чтобы это все в будущем помогло ему, работало и ребенок был здоровый. В Амурском районе проводилась активная работа по информированию населения о проведении телемарафона «Спешите творить добро» и привлечение к участию в оказании благотворительной помощи детям-инвалидам организации, предпринимателей, физических лиц, волонтеров и общественных организаций. Сегодня сбылась мечта моего ребенка. Он давно мечтал приобрести велотренажер. И вот благодаря амурскому предпринимателю мы его приобрели, спасибо большое, подарили нам. Завтра день рождения у ребенка, и мы очень счастливы и благодарны. У нас в районе в акцию «Спешить творить добро» вошло 16 детей-инвалидов. Активно откликнулись предприниматели города Амурска. Это ИП «Бычихин» Юрий Николаевич, магазин «Атлетика», приобрели велотренажер. ИП «Прибылов» Николай Николаевич, изготовление мебели на заказ. Сад ДВ «Бабенко» Юрий Павлович, бесплатное годовое обслуживание интернета. Голубятникова Яна Викторовна, приобретение ноутбука. В рамках акции «Твори добро» наша мебельная компания «Мебельеры ИП «Прибылов» изготовила стол для ребенка. Эскиз мы разработали вместе с мамой ребенка. Думаю, что ребенку будет удобно заниматься за этим столом. Учли все анатомические особенности, поэтому пусть пользуется. Акция проходит в Хабаровском крае с 2010 года и проводится раз в два года. В прошлом телемарафоне приняли участие свыше 200 предприятий и организаций, 30 индивидуальных предпринимателей, более 400 физических лиц. Было собрано свыше 6 миллионов рублей, в том числе посредством СМС-сообщения более 1 миллиона рублей. Помощь получили 224 ребенка. Яна Кубрышко, Игорь Демьяненко, телеканал «Амурск».